И пока одни казахстанцы привыкают к новым реформам, другие пытаются отстоять свои права. 9 лет в ожидании «Оскара». В Алматы около 70 дольщиков устроили пикет у недостроенного здания, которое так и не стало элитным жилым комплексом. Хватит нам брать! Хватит нам брать! Хватит нам брать! Жилой комплекс с красивым названием «Люксембургский двор», позже переименованный в «Оскар», должен был сдан в эксплуатацию еще в феврале 2009 года. Однако работы прекратились на год раньше. Люди отдавали свои сбережения, многие из них брали кредиты. Строители успели только залить фундамент. Позже директора фирмы «Курлыс Коммерц», занимавшейся возведением объекта, объявили в розыск. В ходе следствия выяснилось, что около половины суммы, собранной из дольщиков, была похищена руководителями компании. Однако уголовное дело вскоре было закрыто за отсутствием состава преступления. Это решение позже было отменено прокуратурой города, но виновные лица так и не были наказаны. Выяснить причины нам так и не удалось. Ни надзорный орган, ни городской акимат комментировать ситуацию вокруг скандальной стройки не торопятся. Нам уже ни прокуратура, ни Финпол, никто не помогает, понимаете? Просто дают какие-то отписки. У нас были случаи, когда пишем письмо в Финполицию, потом пишем в вышестоящий орган письмо, и нам отправляют отписку, разберутся те, на кого мы жалуемся. Вы знаете, вот какой-то замкнутый круг. Мы ничего не можем сделать.